Сегодня я купил гречку, гречневую крупу. Ядрица. 1 килограмм, сделано в Украине, выращено в Украине, от фирмы «Полная чаша». Это куплено в форе за 38 гривен. 38 гривен – это где-то около $1.40. Так... Смотрим, что здесь написано. Рецепт как готовить. Варить 15 минут при кипении. Вот это да. Сделано специально для форы, сельпо, фози, траш. Так, открываем и смотрим. Хорошая отборная такая. Вот такая ядрица. Попробуем. Нормально, но сырая. Будем пробовать варить.